А после возложения цветов обновленной Мурманской филармонии состоялась торжественная встреча, на которой присутствовали не только герои невидимого фронта, круглосуточно охраняющие арктический форпост России, но и первые лица города и области. Под аккомпанемент Центрального пограничного ансамбля ФСБ России на сцену вносят флаги не только мурманских защитников границы, но и отрядов, гостей праздника. Из Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов, входящих в арктическую зону. Один в поле не воин. Сейчас все эти годы плечом к плечу мы выполняли задачи в тесном строю с краснознаменным Северным флотом, с коллегами из органов безопасности, с руководством регионов и крупнейших градообразующих предприятий и просто жителями приграничных районов. Помимо действующих пограничников, на торжественном приеме, конечно же, присутствовали и ветераны. Те, кто большую часть жизни отдали службе на севере и до сих пор не могут расстаться с Мурманской областью. Нелегкая служба, тяжелая служба, ответственная. От Никеля до Черского, вот когда была арктическая группа пограничных войск, 8 часовых поясов, экстремальные климатические условия и тяжелые жизненные, ну, бытовые условия. Вопросов много, которые связаны с севером. Вот. Но мы всегда гордились тем, что мы служим в пограничных войсках. Помимо концертной программы, лучшие защитники северных рубежей страны получили грамоты и награды, а также почетные знаки правительства Мурманской области за доблестную службу в Заполярье.